Этот завод построен в поселке Железнодорожный Коми АССР. Все три очереди завода объединяются общими инженерными коммуникациями и рассчитаны на годовую производительность 35 миллионов квадратных метров древесно-волокнистых плит. Исходным сырьем для изготовления плит служит малоценная древесина и отходы лесопильного и деревообрабатывающего производства, а также щепа, поставляемые окрестными леспромхозами. Размол щепы ведется мощными дефибраторами и рафинаторами. Третья очередь завода оснащена высокопроизводительным оборудованием, поставленным братской Польшей в рамках социалистической интеграции. Формирование ковра осуществляется на длинносеточных отливных машинах. Внедрена прогрессивная технология облагораживания поверхности ковра тонко размолотой древесно-волокнистой массой. Здесь же ведется водоструйная обрезка кромок и поперечная резка ковра. Все операции осуществляются автоматически. В мощных гидравлических прессах обрабатывается 30 плит за один цикл. Затем плиты поступают на участок термообработки и увлажнения. Время прессования, термообработки и увлажнения зависит от толщины и назначения плит. На участке раскроя плиты разрезаются на заданные форматы. Готовая продукция отличается высоким качеством. Многие виды продукции удостоены почетного пятиугольника. Продукция завода пользуется спросом не только у нас в стране, но и за рубежом. Готовые плиты в зависимости от назначения отделываются цветными эмалями. По специальным заказам часть плит перфорируется. На заводе постоянно заботятся и об улучшении условий труда и отдыха рабочих. Создаются уголки отдыха, озеленяются цеха. Расширяется еще одно важное звено завода – подсобное хозяйство. В суровых северных условиях работники и их семьи обеспечиваются дополнительными мясными продуктами, свежими овощами. Завод строится. Открыта новая столовая. Заканчивается сооружение централизованного склада готовой продукции. Введены в строй очистные сооружения. Растет и рабочий поселок. На средства завода выстроен микрорайон с целым комплексом социально-культурных учреждений. Все это позволило не только закрепить кадры опытных инженеров, техников, рабочих, но и привлечь молодежь. Wake up early, clap on some cologne. I'm 85 and I wanna go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home.
So day, me say day, me say day, me say day.